взрослым о важном. Международный день защиты детей на телерадиоканале «Страна-ФМ». Мария Михеева, 6 лет. Когда мне страшно ночью, мама говорит, что мы дома. Никто злой не пробьется домой. Дома не надо бояться. Дома тепло и уютно. В моей комнате на стенах висят картины. Я их нарисовала сама. Они украшают наш дом. Я желаю, чтобы у каждого человека был свой собственный дом. Там была кровать и еда. И также собакам и кошкам я желаю, чтобы у них были свои собственные маленькие домики. Никто не должен мерзнуть на улице. Взрослым о важном.